Я вас приветствую на своем канале, с вами Валентина. Пора заготовок. Давайте с вами сделаем компот из вишни. Простым способом. Вишню перебрали, вымыли хорошо. Берем стерилизованную банку, я стерилизую на пару. И кладем вишню, сколько нам нужно. Обычно 1/3 кладется вишни. Если вы положите на дно, ну, будет вода немножечко с краской. И такого аромата и вкуса не будет. Положили вишни и кладем сахар. Кружка у меня 400 грамм, она у меня не сверху. У меня тут получается грамм 350. Высыпаю в банку. И сразу же заливаем крутым кипятком. И закатываем стерилизованными крышками. Когда мы закатали банку, сахар у нас получился на дне. Мы берем, смотрим, есть у нас течь или нет, хорошо мы закрыли или нет. Вот так немножечко поболтали банку, переворачиваем и накрываем. И сахар ваш растворится. Я таким способом закрываю компоты. Вишня, смородина, клубника. Если слива, то только своя и только-только с дерева. А яблоки, груши и сливы, допустим, покупные, я сливаю 2 раза. Такой способ консервирования, он очень быстрый и надежный. Но если вы не доверяете, вы можете прям совсем немножко добавить лимонной кислоты в банку. Пока что закрыла 3 банки компота. Жду новую партию, пока закипит вода. И буду дальше крутить. Компот перевернули, накрыли. Через часов 12, через сутки он у вас, когда будет холодный, убираем прохладное место. И потом пью всю зиму. На этом все. Пока-пока. С вами Валентина.